Всем большой-большой привет! Сегодня будет видео из Ашана. В Ашане у нас появились уже товары к Новому году. И сегодня будет обзор полочек в магазине. Давайте посмотрим, что у нас здесь интересного. Так, ну а в посуде мне очень понравились вот такие вот симпатичные стаканчики. Смотрите, бокал для вина 550 миллилитров. Большой такой. Ну, оригинальное оформление. 218 рублей такой бокальчик стоит. Такие бокалы для мартини. Цвет как-то вот меня привлекает, симпатичный посуды. Такие вот бокалы для виски 188 рублей. Смотрите, как оригинально можно украсить стол, да? Разными бокалами, и уже будет все выглядеть довольно-таки празднично. Ну, разумеется, у нас здесь появились разные подарки для девочек, для мальчиков. Сейчас пробежимся по полочкам, что нам предлагают для девочек. Такие вот разные костюмчики для куколок. Наборчики симпатичные. С лошадками, с другими лошадками. Вот такие вот, смотрите, наборы для творчества, вот эти вот. И можно, в общем, делать разнообразные прически. 1400 стоит такой наборчик. В общем, полочки уже все эти забили. С этой стороны у нас куколки разнообразные. Куколки в виде кексиков. В общем, уже к Новому году можно готовиться сейчас. Очень-очень много разных подарочных вариантов, что подарить нашим деткам. Ну и цены тоже, смотрите, 752 рубля вот такой какой-то набор. Непонятно, что здесь делать. Видимо, какие-то надувающиеся штучки, что ли, здесь. Смартфон почему-то нарисован. Непонятно. Это вот, смотрите, царство кукол. Каких только нет. Боже мой. Вот это вот Эльза. 1293 рубля. Вот это цены сейчас на куклы. Такие вот куколки. В общем, есть где разгуляться. Так, вот это вот рай для меня. Появилось много новых пазлов, картинок. И, кстати, вот то, о чем я говорила в предыдущем видео. Вот смотрите, цены на пазлы 336 рублей, 196 рублей, 295 рублей. А в фикс-прайсе можно купить за 99 рублей довольно-таки неплохие пазлы. Здесь у нас, я так понимаю, что все для творчества. Разные наборы, которые, конечно же, стоят дешевле, чем в обычных игрушечных магазинах. Здесь то же самое. Разные дуделки, гуделки, пищалки. Уже вам праздничное конфетти появилось. Шарики разнообразные и костюмы. Смотрите, крылья бабочки по 30 рублей, маски, парик Снегурочки, какие-то перья такие интересные, 249 рублей колпачки новогодние, здесь разные колпачки, шляпки, такие вот новогодние хлопушки по 19 рублей. И новогодние костюмчики появились, смотрите. Зайка. Зайка, лайка. Собачки, мышата. Вот сейчас очень большой ассортимент этих костюмов. Потом, когда дело близится уже к Новому году, остается очень маленький ассортимент, размеров не остается. Поэтому, если вот нужно какие-то такие вещи, то лучше подумать об этом сейчас. Смотрите, даже костюм есть Человека-паука 1147. Последний богатырь, это уже из мультика.
Дед Мороз. Так, снежинка костюм. Симпатичный. Еще Дед Мороз. Такие вот, смотрите, мешки для подарков. Интересные. 112 рублей стоит мешок Деда Мороза. Либо 160 рублей. Так он шелковистый. Борода Деда Мороза. Вот очень оригинально сделан. Смотрите, набор. 544 рубля. Дверка открывается красиво. О, Джордж. Раньше не было в Ашане ни Джорджа, ни свинки Пеппа. 809 рублей стоит Джордж. Круто, мне кажется, круто для мягкой игрушки. Такие вот разные наборчики. Посуды. Так, а вот здесь у нас символ года. Вот такие вот собачки. Прикольные. Даже собачка-рюкзачок. Конечно, какой Новый год без мандаринов? Такая вот цена сейчас у нас на мандарины. 92 рубля за килограмм. Такие вот Деды Морозы шоколадные. Санта шоколадный. 99 рублей стоит. Интересно, когда сделан. Так, лучше употребить до 5-19. А сделан он... Смотрите, Деда Мороза сделали в июне месяце к Новому году. За 6 месяцев готовились. Ну вот так вот, в общем, товары в Ашане новогодние только еще начали появляться. Пока что появились подарки. Я думаю, что впереди еще будут разные елочные украшения, мишура и всякие такие няшки для Нового года. На сегодня все. Как всегда, всем желаю хорошего настроения, добра, позитива.